Девчонки, смотрите, сколько у нас снега! Ой, как я люблю снег! Смотрите, сколько намело! Это за ночь у нас! Но красота неописуемая! Красота, конечно, когда сидишь дома и выходить никуда не нужно. Вот и на подоконник намело. Вот. Красота красотой. Ну, красота красотой, а дела делами. Так, девчоночки, загрузила стирку. Сейчас меняю сыну постель, перестилаю вот этот порядок у него. Убираю, так как к нему утром пришло вдохновение. И он утром рисовал что-то. Ему захотелось. Вот, убираю этот беспорядок. И потом я, наверное, буду шить. У меня же еще задание. Нужно мне мужу вшить замок в куртку, девочки. Вот такие дела еще у меня. Надо будет шить замок. А вот сын рисовал рисунок какой-то. Ему нужно в школу, надо было нарисовать какой-то рисунок, захисний костюм якийсь, чи спецодяг, чи я таки не зрозуміла, що він от пробував. Пробував такое рисовать, но что-то, не знаю, не получилось. Или это у него был черновик, не знаю что. Посетила его вдохновение, рисовал. Бывает, сидит, потом что-то ему придумается. Ухватил листочек, рисует. Вот что-то тоже он рисовал, не взял. Это его зарисовки. Вот такой у меня сын. А еще, девчонки, сейчас вам покажу. Нарисовал он вот Биг Бен. Понравилось ему, поставь и приклеил. Ну, говорю, давай приклеим, пусть стоит. Украшает нам на полочке. Вот такой интересный, девчонки. Ему так приятно. А срисовал, сейчас покажу, с этого, с обоев. Срисовывал что-то там свое, дополнял. Ну вот, девчонки, все, пошла я шить мужу замочек куртку. Вшиваю молнию, одну сторону уже прострочила, вторую приметала. И пока отлаживаю, потому что у меня обед, муж идет обедать, а шью я здесь на кухне. Вроде неплохо, девчонки, получается. Сойдет для рабочей куртки. Так, вроде ничего. Так, обедаем, потом дошиваю. Поставила машинку, буду втачивать замок. Вот такая у меня. Ну, она, я бы сказала, белошвейка. Она тоненькая шьет. Фокус пропадает что-то. Вот такая, ну, попытаюсь. Уже шила одну половинку, одну иголку сломала, вторую согнула, поставила третью. Не шитье, а мука, но ничего. Куртка рабочая, как вшью, так и будет уже. Вот такие у меня планы, девчонки, все, шью, отключаюсь. Наконец-то я его вшила, намучилась, девочки. Иголки две сломала. Оно нитку рвет, не получается у меня, чтобы было хорошо. Ой, намучилась, ну, сейчас повыпарываю, что осталось, ну, в принципе, для рабочей куртки сойдет. Намучилась, но, думаю, сойдет. Машинка у меня такая, показывала, нет, не знаю. Но она как белошвейка, наверное, не шьет, не годится она, вот. Как шить, так шить. Должно быть профессиональное оборудование. На этой такое я постельное прострочить. Шторы сама себе все. Вот эти шторы все я шила. Все сама. Это тоже вытягивала ниточку. Подрубляла. Вот вверху у меня как, не знаю, девчонки, видно, вот такими штучками. Это я все сама делала. Шторы и на этот, в кухне, и в ребенка в комнате. Вот для этого полотна такого моя машинка годится. А для чего-то другого ленты пришить в шторки,
Вот, пройдет. А что-то такое здесь, муж говорит, она же не толстая. Да, она не толстая, но здесь слоев сколько. И синтепон, и все. И намучилась еще, говоря, оно так было плохо пришито. Вы бы видели, я сначала распорола, а не показывала. Думаю, я небольшой тоже специалист на таких делах. Но вот такое, девчоночки, так что... Все, собираю куртку уже. Уже другие дела ждут меня. Бросаю в стирку и пойду дальше работать. Готовлюсь подмешивать в опару муку. И достала новую упаковку, но я покажу. Может, девчоночки, кому будет интересно, беру только такую муку. Это у нас в Украине она. Она прошла тест. Такой у нас тест был. Мне нравится еще тем, что здесь написано, вот обратите внимание, может, кто не знает, в каком году, фокус где ты, вот, в каком году Масленица, Пасха, Вознесение, Троица, вот такое. Так что в 2021 году, 8 марта Масленица, 2 мая Пасха, 10 июня Вознесіння Господнє і 20 июня Троїця. Вот, дівчулі, такої. Як в рекламі, знаєте, моє тісто не пливе, хуторок не підведе. Так це точно. Це не реклама. Собралась делать марципани. Или как булочки-розочка их называли у нас в детстве. А оказывается, что приготовила булочки-синабоны. Девчонки, вот такие вариации. Это обычные известные нам из Советского Союза марципан или булочка-роза. А это уже их полили мы палилочкой, соусом сливочным. И сделались у нас булочки-синабоны. Но я не претендую на пальму первенства, я готовлю все на глаз, готовлю все быстро. Сделала одну, залила только, потому что это у меня эксперимент. У меня сливок не было и сливочного творога тоже. Можно приготовить из кефира сливочный сыр в крем. Но мне захотелось сегодня, и я достала, у меня была сметанка. Я сметанку перемешала с сахарной пудрой. Они еще такие тепленькие. Нанесла крем. И вот такие... У меня вариации булочки, розочки и булочки-синабоны. Приведу вам пример, так же самое, как кофточка Советского Союза и французская кофточка. Одно и то же, но разные вариации. Готовим чаёк. И устроим себе несколько минут релакса. А все остальное подождет. Да, девчонки? Ищите позитив, ищите минутку для себя, и все обязательно получится. Добавлю немножко меда. Надо достать. Меда и буду пить чаёк, девчонки. Нашла уже видео. Все, включаю видео. Иду смотреть. Немножко отдыхать. Попробовала закрыть горловину. Резинку один на один иглой. Не знаю, новым способом. Нашла на YouTube. Попробую, девчонки. Вот закрыла оно немножко. У меня нитка здесь распущенная была. Сейчас померяю. Примерю. Бросаю свитер в стирку. И он у меня готов. Что это за свитер джемпер? Я сняла видео о моих недовязах-перевязах. Вы его увидите очень скоро. Так вот. Минус один перевяз. Горловину в джемпере мужу я перевязала. Ему не нравилось, я сделала
перевяз такой. Итак, девчонки, спасибо, что провели этот день со мной. Всем, кто вяжет, тем ровных и легких петелек. Хорошего дня, отличного настроения. До скорых и новых встреч. Всем пока-пока.